Я представляю вам участников этого поединка. В красном углу боец. Ему 29 лет. 164 сантиметра рост. 66 килограмм его вес. На профессиональном ринге провел 37 поединков. Одержал 31 победу. 10 побед одержаны нокаутом. Потерпел 3 поражения. 1 ничья. Дамы и господа, на ринге W5 Fighter представитель Беларуси Юрий Шуковский. В синем углу его соперник, 21 год, 174 сантиметра его рост, 66 килограмм вес. На профессиональном ринге 10 боев, 7 побед, 2 победы одержаны нокаутом, потерпел 3 поражения. Дамы и господа, из Беларуси на ринге W5 Fighter Аганес Сафаря! Итак, 3 раунда, по 3 минуты в каждом, с возможностью экстра раунда. Бойцы, вы готовы? На середину! Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем последний, заключительный, финальный поединок сегодняшнего дня. Юрий Жуковский, Аганес Сафарян. Я с большим удовольствием представляю моего собеседника. Это сопредседатель мировой версии W5, мастер спорта по кикбоксингу Сергей Чипинога. Спасибо, Давид. Добрый вечер еще раз, дорогие телезрители. Добро пожаловать на финал сегодняшней четверки за титул чемпиона мира по мировой версии W5. Очень ожидаемый поединок. В первую очередь потому, что Юрий Жуковский прошел сетку 2012 года и заслуженно дерется в этой четверке. И я считаю его фаворитом в этом поединке, Давид. Да, мне тоже кажется, безусловно, Юрий Жуковский фаворит. Но, тем не менее, я не думаю, что Аганес Сафарян также незаслуженно вышел в финал. Все-таки это тоже достойный боец. И мы помним его поединок с Айзаматом Айтали и с Дмитрием Графовым, когда поединок не получился. Но, тем не менее, достойно уважения то, что боец согласился выступать. И сегодня он в финале. Согласен, Аганес достойный соперник. Достаточно неудобный. Оба бойца на самом деле очень жесткие, характерные. Вот, я должен сказать, в качестве преимущества Аганеса рост 10 сантиметров. Хотя вот по размаху рук мы снимали их показатели. У них одинаковый размах рук. И поэтому, в принципе, я думаю, особого преимущества в дистанции мы с вами не увидим. Но, тем не менее, 10 сантиметров разница, но на самом деле не так заметно, как мы вот сейчас можем наблюдать с вами. А тем не менее мы видели сейчас, как на контратаке поймал Аганес Сафарян своего соперника. И уже Юрий Жуковский начинает поддавливать бойца канатом. Юра у нас всегда с улыбкой выходит на поединок. Всегда симпатичный, обаятельный парень. И как только попадает в ринг, это совершенно другой человек. Агрессивный, целевой, такой крепкий, быстрый достаточно парень. Поэтому его в поединок всегда приятно смотреть. На самом деле мы видели, что у Аганеса Сафаряна возникают проблемы именно с бойцами, которые... Фронт-кик, смотрите какой, прям в разрез. Хорошее попадание, но не закончил атаку, по-моему, Аганес. Да, не получилось у него. И тем не менее, у него возникают все время проблемы с бойцами, которые игровой манеры боя придерживаются, вот как Дмитрий Графов. А когда бойцы пытаются с ним рубиться, он также принимает эту манеру ведения боя, так как он также жесткий боец, и получается очень красивая схватка. Какую тактику изберет Жуковский? Вот сейчас мы видим, что он атакует именно прессингом, то есть жесткими ударами, постоянно идет в атаку, и Сафарян также этой тактики придерживается. Хороший уход. Ну, вы знаете, я разговаривал сейчас в раздевалке с Юрием Жуковским, я говорю: Юра, какой план у тебя? С Пашкориным мы видели тебя в движении, ты двигался, был у тебя молодой, энергичный соперник, ты выбрал тактику его обыграть, обойти. Здесь что? Здесь буду давить, буду рубить. Перерубать. Да. Ну, в принципе,
тактика может сработать. Аганес, он тоже обладает сильным ударом, поэтому я думаю, здесь вот для Аганеса много неожиданностей тут не будет. Но все-таки Аганес немножко проигрывает в технике, на мой взгляд. Ну, он слишком уж заряжен на одиночный нокаутирующий удар. Давид, 32 победы у Жуковского. То есть уже искушенный парень, 29 лет, достаточно опытный. Плюс я хочу подчеркнуть еще раз, да, что сегодня ребята перестраиваются на правила мировой версии W5. Они все выступают на разных площадках, по разным правилам. И сегодня Юра, он уже более адаптированный к этим правилам, к этому рингу. И я думаю, что у Юры есть небольшое преимущество не только именно в опыте, а даже исходя из того количества боев, которые он провел на этой площадке. На самом деле было бы интересно посмотреть его поединок с Алимом Набиевым, если бы Юрий поднялся в весе. Как считаете? Мне нравится Юрий Жуковский, но мне кажется, это совершенно разный уровень. Ну, не то чтобы... Бывает, знаете, когда соперники друг другу не подходят. Вот просто, стилистически, да. Потому что один и другой оба хорошие бойцы. Ну, Алим, не только у него преимущество в весе, там и его, скажем, колени, и специфичная манера достаточно быстрая. И он не даст просто Юрию работать, на мой взгляд. И может быть, даже не получится. И я тут даже не буду предсказывать, хотя считаю, что Алим, конечно, очень перспективный парень. И я думаю, это будущая звезда. Воспитанный клуба «Легион» с таким тренером Руслан Кривуша. То есть мы много говорили об этом. Сегодня подписан контракт с Алимом Набиевым. Это спортсмен, работает на контракте с компанией W5 Fighter. Поэтому мы будем и дальше развивать этого парня совместно с клубом «Легион». Я думаю, мы его еще не раз увидим. И, кстати, Алим примет участие в «Звездной четверке» и будет бороться за титул чемпиона мира в Братиславе, в Словакии, 16 марта. Как раз, я думаю, что вся Европа нам будет очень, да, интересно на это посмотреть. Прямая трансляция также на нашем «Боец», любимом канале, телеканале «Боец». Поэтому тех, у кого не будет возможности быть в Братиславе, просто не отходите верно от телевизоров ни в коем случае. А тем временем у нас бескомпромиссная борьба в ринге происходит. Аганес Сафарян пытается взять контроль над Юрием Жуковским. Попеременно. Давид, плотный бой ребята показывают, на мой взгляд. Да? То есть, видимо, у них они друг друга хорошо знают. Средняя дистанция. Вот типичная у Юрия манера. Немножко с отклона назад, сразу прижиматься к сопернику с ударом длинным правой руки. Ну, мне кажется, Аганес прочувствовал эту ситуацию. Ну, вот сейчас неплохо попадает Аганес Сафарян. Посмотрите, комбинацию он проводит и проваливает Юрия Жуковского. Тем самым... Ну, мы видим, Аганес абсолютно не настроен уступать ни в одном сантиметре. Да, ни миллиметра даже, я бы сказал. Постоянно прессингует Юрия Жуковского. Бросается сейчас Юрий с атакой на Аганеса Сафаряна. Прошел удар справа. И было желание, опять же, повторюсь, атаковать с дальней правой руки. Но, на мой взгляд, это был удар просто по поверхности, а не по цели. То есть, я думаю, для Аганеса нужны более прицельные удары, более они, ну, спрятанные, что ли. Начало атаки не нужно так показывать. Аганес, он видит, он знает Юру, и, видимо, он готовился к этому финалу, на мой взгляд. Но мне кажется, против Аганеса, в принципе, если и работает, то он только на скорости. Потому что сила у этого парня, очевидно, немерена. Он бьет очень тяжелыми ударами, и каждый он ощутим. А вот на скорости бывает проигрывает за счет того, что постоянно Аганес пытается нанести именно одиночный тяжелый удар. У него нет каких-то комбинаций. Вот. И в принципе его действия читаемы. Но тем не менее, если он попадает, то попадает очень весомо. И вот мы, смотрите, мы видим с вами на повторе. Ребята уже провели по одному бою, вышли в финал пирамиды. А любой боец знает, да, что два боя за вечер — это чрезвычайно тяжелая дистанция. И ребята показывают динамику, показывают высокие удары и по-прежнему показывают скоростной поединок, динамичный. Статистика боя была на ваших экранах. 11 ударов нанес Юрий Жуковский против 9 Аганеса Сафаряна. Чуть-чуть был лучше Юрий, очень по крайней мере, по статистике.
Давид, тут хорошая мысль была. Да, то есть он немножко с подскоком, с повторным ударом левым хуком могло сработать. Видимо, в углу подсказали, что не нужно все атаки начинать только с правой руки. Попадает сейчас справа Юрий Жуковский очень опасным правым кроссом. Хорошо держит, Аганес держит удар. Да, да, держит удар, безусловно. Ой, попадает. Сейчас вот пропускает Аганес. Разрез удар хороший. Призывает он сейчас Юрия Жуковского атаковать. Показывает тем самым, что ему ничего, не было никаких действий. И никакого урона он не понес. Но, тем не менее, отличный лоу-кик в исполнении Аганеса Сафаряна. 8 лет у ребят разница в возрасте. То есть Аганес моложе на 8 лет. И Юрий выдерживает такую дистанцию, скорость. Но это было, видимо, что-то из области такое. Дай-ка я попробую. Но Аганес, конечно, еще молодой, перспективный боец. И есть чему учиться определенно. Вот сейчас мы видели удар с разворота, но читаемо это было. Приятно смотреть. Проваливает удар после уклона. Идет хороший лоу-кик по стоячей ноге. Четкое исполнение, четкое попадание. Приятно смотреть на такие шахматные партии. Прямо получаешь настоящее удовольствие. Молодец, Аганес. А вот смотрите, это... Еще раз подчеркиваю, второй бой у ребят. Юра проделывает двойной удар передней ногой в средний и высокий уровень. Но это функционал, конечно, просто сумасшедший. Молодец, Юра тоже молодец. Но все-таки ребята, да, готовились к этому турниру. И здесь на кону большие ставки. Поэтому здесь удивляться не приходится. Тем не менее... Никто из бойцов не собирается уступать. Все по-прежнему в атаке. Каждый старается захватить центр ринга. Сейчас мы видим, что Юрий Жуковский попадает справа по печени. Давид, по-моему, украшение сегодняшнего турнира это да, поединок. Безусловно. Достойный финал ребята показывают. Молодцы. Независимо, вот какой будет результат у них. Проваливает сейчас хороший поединок. Аганес Сафарян Юрия Жуковского. И тут же попытался провести он свою атаку. Мне нравится у Аганеса, у него всегда опущена голова. Подскользнулся, да, по-моему? Да. Как Юра благородно подождал, да, это вот несколько мгновений, чтобы его соперник восстановился, что говорит именно только о спортивной составляющей, то есть никаких личных эмоций и амбиций. Справа сейчас неплохо попал Аганес Сафарян. Снова проваливает он Юрия Жуковского. На мой взгляд, все-таки во втором раунде поинтереснее Сафарян стал смотреться, нежели в первом. А очень успешно у него получается лоу-кики, заметьте, да? То есть он принимает атаку и на отходе бьет по опорной ноге. Вот. Ну, на мой взгляд, Юрий попадал все-таки точнее и чаще. И более агрессивно себя вел, и все-таки... Хотя было несколько моментов вот на второй минуте, когда Юра работал вторым номером, и было ощущение, что Аганес перехватил инициативу. Но это, видимо, был какой-то тактический план. И, на мой взгляд, все равно третья минута была за Юрием. Но все-таки, как считаете, вот кто сейчас был лучше вот, по прошествии этих трех раундов? У нас есть решение. И статистика с вами соглашается. 23 попадания со стороны Юрия Жуковского и всего лишь 18 у Аганеса Сафаряна. Есть решение. Как говорят судьи, не будет дополнительного раунда. Сейчас мы послушаем, что же все-таки решили судьи. Волнуются ребята. Весовая категория до 66 килограммов. Юра чувствует свою победу, Давид. Смотрите, рад, доволен. Чемпион мира. Сейчас посмотрим. По версии W5 со счетом 3-0. Чистая победа. Чистая победа. Чемпионом мира становится Юрий Жуковский. Поздравляем. Вот так вот, дорогие друзья. Юрий Жуковский становится чемпионом мира по версии W5, с чем его и поздравляем. Молодец, Юра. Заслуженная победа, бесспорная, закономерная. Ничего больше и сказать не могу.